мы почему плетемся? Давай быстрее, Пахом. Мне у Демидова надо сукно выкупить. Если я не выкуплю, я тебе высеку. Стой! Смотри, какой камень. Это камень как камень. Пахом, трогай. Стой! Он прекрасен. Нарисуй меня. Дорогая, ты в своем уме? Мы вообще-то опаздываем. Один рисунок. Господи, за что мне все это? Долго еще? Ну, вроде все. Едем. Ты дурак? Что? Ты зачем против света нарисовал? Пожалуйста. Я моргнула. Перерисуй. Да ты не моргнула, ты охуй... Вот, лучше не будет. Во-первых, ты мне голову обрезал. А во-вторых, где камень? Да я не художник. Я сюртуки шью. Мне сукно надо купить. Если надо, сама рисуй. Пахом, поди сюда. Мануфактура скоро закроется. Удачи. Охренеть. Сколько можно каждый день? Это же хрень. Картин. Вот. Смотри, как надо. Очень красиво. Поехали. Ну что, Пахомчик, надо будет нагнать. Блин. Да что еще-то? Место закончилось, картины не влазят. Так. Тебе нравится эта картина? Поехали. Пахом, домой.